Постановочные фото сейчас все больше похожи на живые. И в этом заслуга профессионалов, которые не один день работают над идеей, реквизитом, а потом еще много времени проводят над ретушью снимков. Сегодня со своим мастер-классом приехала фотограф Карина Киль, которую уже давно знают по всему миру. Путь фотографии пришел, конечно же, через моих сыновей. Когда они были маленькие, когда они росли, я, естественно, как любая мамочка, очень хотела, чтобы у моих детей были красивые фотографии. С этого все и началось. Подготовка к каждому мастер-классу в любом городе, где я даю мастер-классы, она всегда очень серьезная, потому что от подготовки зависит результат. Потому что постановочная фотография – это фотография, к которой нужно готовиться, в принципе. И здесь мы занимались этим на протяжении нескольких месяцев, готовились. Мы придумывали идею, одну, вторую, мы определялись с идеей, так, в принципе, всегда. Обычно посетителями мастер-классов становятся те, кто только начал свой путь. Но так как Карина Киль – известный специалист, сегодня здесь собрались не только новички. Фотографией занимаюсь давно, больше 10 лет. Сначала снимала природу, дачу свою, цветы очень любила снимать. Потом немножко выросла и перешла уже на людей. Очень полюбила снимать деточек. Деточек, моделей, маленьких детей. Снимать именно эмоции. Какие у детей эмоции. То есть это вот миг, который нужно просто запечатлеть. И я сама бабушка, поэтому мне очень интересно, когда маленькие дети растут и как они меняются, как они радуются зверями, с кошками, с собаками. Вот эти эмоции, они непередаваемы. То есть это очень здорово. Мы добирались из Казахстана, в принципе, это не так далеко, 5 часов езды на машине, поэтому мы доехали быстро. Почему именно этот мастер-класс? Потому что Карина Киль очень известный мировой фотохудожник, поэтому выбрали именно ее. В своем начинающем как бы мастерстве захотелось именно к ней. Ну, я уже 4 года занимаюсь фотографией и давно хотела уже посетить мастер-класс Карины Киль. До этого посетила уже Шибину и Карьеву, и вот Карина Киль стала моим третьим, так сказать, кумиром. Вот и я здесь. Я думаю, не каждый может стать фотографом. Все равно это какой-то стиль, эмоции. И, допустим, детский фотограф точно не каждый может стать, потому что с детьми очень тяжело работать. Я думаю, это каждый знает. И, наверное, все-таки это больше девушки, фотографы с детьми. Мужчины, наверное, больше свадебщики. В любом деле, чтобы стать настоящим мастером, необходимо постоянно обновлять знания и учиться чему-то новому. Именно поэтому мастер-классы фотографов так востребованы в наши дни. И неважно, это фэшн, постановочная, детская съемка или свадьба. Фотографы, как художники, ради красивой картинки готовы получать необходимые знания.